Хорошо, что простили нас железнодорожники. Тут в защите. Сумин. Пас в центр. Просит обратный пас. И здесь хороший такой плотный удар. Партнера по команде Ярослав Владимирович. 17. Это вот лидеры бомбардирской гонки. Я вам сейчас рассказал. Монаку Локомотива. Прострел. И Лакин успевает подставить ногу под этот прострел. Здесь Генчу проигрывает борьбу. Ларин хоть штрафной удар. Спасает свою команду. Пошла подача, выходит Волков, мяч забирает, просит Влад Шихов. Подача достает Волков, будет еще добивание, но оно туда. Чуть сушить время, не рано ли? Туда, с острого угла. Себе дороже. Пошла подача. Вратарь должен играть, отбивает мяч рукой, а дальше Пилипенко в центр.